Движение придомовой территории должно быть очень и очень аккуратным. Об этом еще раз напомнила девушка на Nissan Qashqai, которая совершила наезд на ребенка. Или ребенок наезд на Qashqai. В общем, разбираются сотрудники полиции. На улице Русской водитель на Nissan Qashqai сбила пешехода. Пострадавшему было 11 лет. Как утверждают очевидцы ДТП, дети играли во дворе, когда неожиданно один из мальчиков резко побежал к соседнему дому. Ну, я не знаю, ну, может быть, километров 5-10 максимум ехала, потому что эти дворы все, ну, как бы с площадками детскими, скорость страшно набирать. Ну, все, что я увидела, как мне в бок молодой человек, то есть девочка шла, тоже видела меня, она ему пыталась крикнуть, а ребята играли с этой школы. Правда и ложь, есть какая-то игра такая. В общем, мальчик договорился, что он за 30 секунд добежит до этого дома. Ну вот, я ему... Не добежал, я его немножко остановила. На место происшествия вызвали скорую помощь. Мальчика вместе с подоспевшей мамой отправили в тысячекоечную больницу. Также для разбирательства к месту ДТП подошел отец ребенка. Да, он в тысячекойке, пока еще неизвестно ничего. Он ударился чем головой? Ну, там сейчас экспертизу это делают. Ну. Проверяют, чтобы сотрясения не было. А вообще, что говорится? Ничего не говорят. Бегали, играли или не спрашивал? Я приехал, сам на работе был. Вот приехал и такая картина. Скорую и мама уезжала. По закону с водителем автомобиля, который является средством повышенной опасности, спрос всегда больше. Но как предугадать, что на дорогу выскочит пешеход?